Белые яйца ничем не отличаются от коричневых. Цвет яиц никак не влияет на их свойства, питательную ценность или вкус. А цвет шкарлупы зависит от масти и породы курочек. Кстати, яйца бывают не только белые или коричневые. Курицы породы араукана откладывают коричневые, розовые, зеленые и синие яйца. Цвет желтка зависит только от диеты курицы. Раньше считалось, что если цвет желтка светлый, значит куры плохо питались и мало гуляли на солнышке. Сейчас же цвет желтка зависит исключительно от корма и пищевых добавок, которыми кормят несушек. Насыщенный ярко-оранжевый цвет желтка дает пищевая добавка кантаксантин. Хранить яйца необходимо в холодильнике. Это связано с тем, что при температуре ниже 6 градусов по Цельсию бактерии сальмонеллы не размножаются. В противном случае их количество увеличивается. Хранить яйца открытыми на дверце холодильника нельзя. Там они подвержены постоянным перепадам температуры, когда холодильник открывается. Из-за этого они будут быстрее портиться. Лучше хранить их в середине холодильника в специальных контейнерах. На дверце их можно хранить только в том случае, если есть специальное место для хранения яиц, которое плотно закрывается. Оптимальный срок хранения яиц в холодильнике – до 25 дней. Хранятся яйца острым концом вниз. Так они дольше сохраняют свою свежесть. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии. Поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца легко впитывают посторонние запахи, поэтому их нельзя хранить сильно пахнущими продуктами. Это связано с тем, что скорлупа у них пористая. Холестерин в яйцах не опасен. В яйцах его действительно много, он содержится в желтке. Но он уравновешивается лецитином, холином и фосфолипидами, которые препятствуют его усвоению. Проверить свежесть яиц очень легко. Их нужно опустить в воду. Если яйцо свежее, оно утонет. Если нет, всплывет. Такое яйцо есть нельзя. У свежих яиц белок плотно прилегает к желтку. У несвежих растекается. Свежие вареные яйца сложнее чистить от шкарлупы. Но, чтобы яйцо лучше чистилось, его нужно опустить в холодную воду сразу после варки. Чтобы яйцо не треснуло при варке, киньте в воду щепотку соли. Есть сырые яйца опасно из-за сальмонеллеза. Опасная бактерия часто находится в сырых яйцах, но она погибает при тепловой обработке. Рекомендуется тщательно мыть яйца перед приготовлением, чтобы микробы с поверхности скорлупы не попали в яичную массу. Диетические яйца считаются полезнее столовых. Диетическими считаются яйца, которые хранятся не более 7 суток после снесения. Перепелиные яйца считаются полезнее куриных. Чем дольше яйцо подвергалось термической обработке, тем тяжелее оно усваивается. Яйцо, сваренное вкрутую, переваривает организм примерно 3 часа. Именно поэтому крутые яйца лучше не есть перед сном. Курица-несушка сносит 250-300 яиц в год. Ей нужны одни сутки, чтобы снести одно яйцо. Курица может нести яйца и без петуха, но цыплята из них не вылупляются. Такие яйца еще называют болтуны. Курица переворачивает свое яйцо почти 50 раз в день, чтобы желток не прилипал к скорлупе. Самое большое количество желтков, найденных в одном яйце, 9 штук. В среднем куриное яйцо содержит 80 килокалорий. Рекорд съеденных за раз на завтрак сырых яиц – 144 штуки. 144. США, Пенсильвания. Яйца очень полезны и питательны. Куриное яйцо обладает высокой биологической ценностью,
В нем содержится около 6 грамм белка и все 20 аминокислот, которые легко усваиваются организмом. Это один из самых употребляемых продуктов в мире. Но, к сожалению, даже яйца сейчас научились подделывать. И преуспели в этом китайцы. Естественно, такие яйца не полезны, а даже вредны. И что самое неприятное, ни внешне, ни на вкус, с первого взгляда вы их не отличите.